Ежегодно в третье воскресенье марта в нашей стране отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства. Представители этой сферы выполняют ряд задач – от управления и обслуживания жилья до предоставления коммунальных услуг. Благодаря им в наших домах всегда тепло и уютно. Вода, газ, электричество всегда доступны. А придомовая территория ухожена и радует глаз. Выясним, что же Сергей Опасадцы пожелает коммунальщикам в связи с их профессиональным праздником. ЖКХ? Ну что, здоровья, успехов в их нелегком труде, скажем так. Потому что все на ЖКХ обижаются. Поэтому здоровья, здоровья, успехов. Поменьше вызовов по нестандартным ситуациям. И побольше мастерства, чтобы было у них. И удачи каждому, что хотел бы предложить в работе. Чтобы пожелать, чтобы были более чуткие к нашим просьбам. Им спасибо за их работу, за их труд и всего им наилучшего. Главное, здоровечко и здоровья им рукам. Спасибо большое. А скажите, что бы вы пожелали работникам ЖКХ в их профессиональный праздник? Наводить порядок на улицах. Ну и все, удачи им в работе. Ну, чтобы они чаще убирались и сыпали дорожки песочком. Вот. Самое главное, чтобы чистили пандусы, потому что сейчас мы ехали на коляске, вообще не проехать по железной дороге. Вот. Буду ругаться, буду писать ЖД, чтобы они чистили эти дороги прекрасные. Да что бы вы пожелали работникам ЖКХ в их профессиональный праздник? Ну, здоровье, конечно же, выполнять свою работу и радовать нас чистым городом. А вы вообще довольны работой? Да, в этом году, мне кажется, хорошо чистят, поэтому прям вот весна уже чувствуется.